Андрей Михайлович, начнем с вас. Последний раз в этом сезоне прошу вас огласить коллектив, который, несомненно, стал гордостью этого года. Ну, Андрюша, слово «последний раз». Я поторопился. В этом году. Они могут выступить второй раз как победители. Ну да, тут вы правы. Не тут должны быть большие аплодисменты. Ребята, я с гордостью хочу представить этих ребят, которые реально служат примером для всех артистов, которые по каким-то причинам пропали, как говорят. Да? Вот вам реальный шанс, реальный, вернее, пример, что человек без всяких там, без груза своего прошлого пришел на X-Factor и открыл новую страницу своей жизни. Встречайте, группа Юркеш. Я собі прийшов тут, Волчара, да? У мене своя ціль – спробувати себе на чи я ще щось згоден. Як капітан державля, в руках позолочена шабля. 4, да, встретимся в тренировочном лагере, спасибо. Я хочу, щоб люди відкинули цей шлейф. Ну він же ж професіонал, да він же ж заслужений. Ну і що? Ну так що, я, значить, вже не маю права, бо мені 45? Що думаєте, це просто? Ну, що мені так все легко дається. Я такий прям вже все так прийшов. Я дуже в тебе вірю. Я обожаю людей, які ламають просто старі стереотипи. Несмотря ні на що, ростуть. Это говорит о том, что не важно, сколько тебе лет, и не важно, что там у тебя позади, важно, куда ты идешь и какая твоя цель. Я считаю, что он открытие X-Factor 100%. Это потрясающе. Обожаю, уважаю. Безоговорочным финалистом 2017 года становится Юркеш! Зараз дуже велике значення має результат. Він несе символічність якусь. Я йду, не наклич на нас біду, зачекай мене, я йду. Він мені дуже потрібен для того, щоб я йшов далі з таким прапором, знаєш, тому що я це зробив. Я прийшов 45 років і це зробив. Прийдіть, повторіть. Суперфіналістом 2017 года становиться Юркеш! Почалась якась нова ера в моєму житті, якийсь новий шлях. Юркеш. Can you say all the rocks in out loud? Lift up your hands, take it on the cloud. Open when those sanity didn't lie. Look how the morning sun is shining bright. Love is only hurt only now. Love is always spinning, always flow. Love is the most important thing. Ha-ha! Love is the capital of the world.
so serious. Take my wings, fly away. Take my wings, I still love you. People! Why do you kill in love? People! Why do you kill such beauty? That's all we have. People, stop killing love. People, stop killing love. People, stop killing love. People, stop killing love. Финалисты 8-го сезона группы Your Cash на сцене шоу X-Factor. Hello! Thank you! What is that? I don't understand what you say. Ну, наконец-то ты к суперфиналу уже решил взять микрофон, в который ты пел во время номера сюда. Не будешь забирать мой, Юр. Я рад безмерно. Так. Целовать я не буду. Давай про песню поговорим. Слушай, я знаю, до меня дошли такие слухи, что с этой песней ты собираешься идти на конкурс, на отбор Евровидения. Правда это или нет? Правда, пеймали хайп, шуруем дали. Пеймали хайп, шуруем дали. Ну, я думаю, що буде дуже скучновато нам після X-Factor, це депресняк, і я буду дуже сумувати за всіма учасниками, за атмосферою і за вами. Тому ось написав. Ну, мы желаем тебе удачи. Давайте еще раз поаплодируем Юре. Пожелаем удачи ему в отборе на Евровидение. Пацаны, ну вот полгода X-Factor отнял в вашей жизни. Я думаю, вам есть что сказать. Юра, говори. Мне кажется, мы уже все сказали. Чекаем результатов, бо прединфарктное состояние, братан. Я не виноват в этом, не надо меня бить. Еще раз один раз ударишь, я слабенький парень. Могу упасть, и ты меня не поднимешь отсюда. Никто не объявит результат. Я желаю вам удачи, так же, как и все люди, которые за вас болеют. Совсем скоро мы узнаем, каким будет выбор Украины. Это были Your Cash. Спасибо, пацаны.